Здание бывшего русско-азиатского банка располагается по адресу Невский проспект, дом 62, и представляет собой образец эклектического стиля в архитектуре. Этот участок на Невском проспекте с самого начала застраивался для финансовых структур. Ведущие банки традиционно располагались на престижном Невском проспекте. В конце 18 века здесь находилось трехэтажное здание Азовского коммерческого банка, построенное в стиле раннего классицизма. На его месте по проекту архитектора Гершовича было возведено в 1898 году здание Северного банка, существующее по сей день. В начале 20 века несколько банков, включая Северный, влились в русско-азиатский банк. Фасад дома облицован римским песчаником. Два нижних этажа оформлены арочными окнами. Из двух боковых ризалитов один оформлен лучковым фронтоном с изображением Меркурия, дарящего удачу. Это был крупнейший банк с рекордным капиталом в 50 миллионов рублей. Для переезда русско-азиатского банка в дом номер 62 по Невскому проспекту были расширены залы и парадная лестница. Председателем правления был избран знаменитый финансист Алексей Иванович Путилов, являвшийся дальним родственником известного владельца заводов. Имя финансиста Путилова знали и в России, и за границей. Он родился в небогатой семье, но быстро сделал карьеру в Министерстве финансов, приглянувшись министру Витте. Витте высоко оценил способности Путилова и помог ему получить высокий пост в коммерческом банке. Путилов сумел быстро реорганизовать русско-азиатский банк, избавившись от лишних структур. Под руководством Путилова к 1917 году русско-азиатский банк контролировал 160 акционерных компаний – железнодорожные, мукомольные, транспортные и даже оборонные предприятия. По многим показателям русско-азиатский банк был номер один в России. Будучи талантливым аналитиком, Путилов предрек ослабление самодержавия. Больше всего он боялся, что революция принесет стране анархию, поэтому много сил и финансов потратил на антибольшевистскую пропаганду. В финансовом мире Путилов славился безошибочными решениями, но в политической борьбе он просчитался и проиграл. Сразу после революции Путилова обвинили в помощи белому движению, и он предпочел эмигрировать. Построенная им банковская система рухнула в одночасье. Находясь в эмиграции во Франции, Путилов переживал за советскую Россию и даже предлагал свою помощь в денежной реформе 20-х годов. Эта инициатива не была принята советским правительством, но воспринялась русской эмиграцией как предательство. Путилова принципиально отстранили от финансовой деятельности в эмигрантских финансовых структурах, хотя это привело к их краху. Великий финансист Алексей Путилов умер в безвестности. Дата его смерти забыта. Но современные историки до сих пор обращаются к личности Алексея Путилова, называя его эпитетами «банкир-романтик» и «гений финансового мира». Русско-азиатский банк был национализирован и некоторое время продолжал работу в прежнем здании. Но с 1925 года его место заняло ЗАО «Ленжилпромкомплект», осуществлявшее поставки строительных и отделочных материалов. В 2000 году дом реконструируется под магазины одежды.